Рахмат, Дастан Артисбекович, урматту депутаттар. Мен өзім сөзімді официалды тілінде айтам, себебі бүгін біздің залда башқа ұлттардың да өкілдері отырат. Ошол үшін барына түшінікті болсын деп, мен орысша сөйлеп. Уважаемые депутаты, уважаемый төраға, я хочу остановиться в своем выступлении на трех моментах. Перед тем, как вы примете решение. Первое. Я заявляю, что решение фракции СДПК о моем отзыве с должности вице-спикера Джорку Кенеша принято с нарушениями. Я не буду детально останавливаться на этих нарушениях, потому что это всем уже известно, и это есть в открытых источниках. Второе. Уважаемые депутаты, я хочу поблагодарить вас всех за то, что год назад вы доверили мне и избрали вице-спикером Жогорку Кенеша. Я старалась за этот прошедший год прилагать все свои усилия, старания, знания и волю для того, чтобы достойно нести возложенную на меня ответственность, достойно представлять Жогорку Кенеш не только в стенах парламента, но и за стенами парламента, и за пределами Кыргызстана. Многие из вас были со мной на таких мероприятиях, и вы видели это. Но сегодня оценку моей работе давать только вам. В этом историческом промежутке времени мы все с вами находимся здесь в зале, и вы все представляете народ Кыргызстана. И вам всем известно, что есть такие нравственные принципы, как честь, достоинство и справедливость. Я прошу вас только одного – примите справедливое решение. Какое бы решение ни было, это не трагедия. Я к этому готова. И третье – это уже у меня личное. Я хочу обратиться к Исеше Шукуловичу. Исаш Кулыч, вы всегда говорите, и сегодня вы заявили, что вы из всех здесь присутствующих самое больше находитесь в политике. И вам, как-никак, лучше известно, чем другим, что сильный мужчина выбирает себе противники сильного и достойного мужчину. Слабый мужчина выбирает себе в противники женщину. У вас это сегодня получилось блестяще. Я вас хочу поздравить с этим. Мен Исаш Кулыч, сизди 95-й жылдан бери билем. Мына 23 быйыл 23 жыл болду. Мен сизге карындаш катары байкем деп мамиле кылчумун. Бирок мен бала кезимде тайнем мен байкелериме мындай сөз айтчу да. Эстүү адам болсоң, ачар эшигиңди катуу жаппа, карындашыңды катуу какпа. Сиз бүгүн ачар эшигиңизди абдан катуу жаптыңыз, карындашыңызды абдан катуу кактыңыз. Мындан ары байке деген намга сиз татыктуу эмес. Урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңызга ыраазычылык билдирем. Рахмат.